Ну, я не спрашиваю, русский вы или нет. Я же вижу по лицу, что русский. О. С Молдавии? Батюшки. А я ведь знаю, что молдаване выхуянстые. Я говорю, молдаване выхуян. О-о-о. А что ты спиздил уже у нас? А, это свое все? Ну, радует, радует. Скажи, что, в Молдавии совсем с работой пизды, хуёвы? Да не, обыди. А что в Россию приехал? Пришел заработать на билет обратно домой? Да, конечно. Лучше же здесь работать, туда деньги отправлять. Пусть родные и близкие в новом году будут счастливы. Кто-то у меня по образованию. Медик. Врач? Ой, у нас с девочками такие проблемы. У меня один имплантант оторвался. Потрогайте, дедушка. Перешивать надо. И хотела губы себе увеличить. У меня сейчас 4 сережки висит, я хотела потяжелее, Сваровский 6. А можно, скажите, половые губы увеличить? А? Спрашиваю, я даже не узнала, может, он, блядь, стоматолог. Вы по какой спите? Почесать. Просто нужно каждое утро чесать их, и они... Да вы что? Вот так? То есть для этого нужен профессиональный врач. А вы кто? Терапевт? Стоматолог? Да не, я мануальный терапевт. Мануально этих хуизерских. Вправлю вам. Не, мне мозги уже не вправить, это уже безнадежно, уже пробовали. А что вы еще вправляете? Пойдемте сюда, здесь вас лучше видно, а то у меня вон подруги сидят, день рождения справляют, а там вон подруга день рождения справляет, а вас не видят. А, девочки, мануалист, что он делает? Ну, сиськи делает совсем другой врач, малышки, вы что? Так ты обыкновенный массажист, что ли? А, то есть теперь по-модному в 21 веке называется мануалист. Все, всосала, поняла, буду знать. Скажите, можно же и целлюлит всякий раз вот это вот убрать, да? Конечно, конечно. То есть вы знаете волшебную точку, нажал и... Я слышала, что где-то у мальчиков тоже есть волшебная точка. Чего так нажимаешь? Где-то в паху. Это кнопка, а не точка. За нее нужно дернуть хорошо. Дверца и откроется. Так, давно в столице? 13. 13 дней? Да. Бабоньки в наш магазин закинули свежее мясо. Везде после Нового года разруха и холод, а у нас, посмотрите, всего лишь 13 дней на прилавке мясо лежит, сейчас его в хлорке вымочит, так он как новый будет. Розовый. Сколько тебе катков? Ну, я просто боюсь, чтобы не староват это для нас был. Для кого? Для девочек. Я тут ползала педофилов. Но они любят, чтобы молодая кровь в жилах играла, а не эта зеленая сперма вылетала на грудь. Уже заплесневелая. Ну что бывает, знаете. Я же не для того провожу, чтобы весело было, а чтобы всегда новые силы. А мышка, а ты можешь свою жопу, которая приезжать куда-нибудь, ты сзади людям загораживаешь Не надо теперь жопу свою вытирать об новые диваны. Ну ёб твою мать, сядь. Ни на пол не садись, денег не будет. Сядь нормально на диван. Вот. Вот мышка, допустим. Она любит помоложе. Боится. Ты не любишь помоложе? А, ну я ж помню, в последний раз ты приходила. Еще в другом заведении работает, так она 60-летним дедушкой пришла. Мышь, ты не боишься, что он когда-то помрет на тебе? Тебя же потом по судам затаскают. Не боишься? Чего ты ржешь? Ну правда, она любит постарше. Они уже быстро кончают. Она не успела в рот взять, уже полный рот сюрпризов. Лопушка сработала. Так, а тебе какие нравятся? Помоложе, постарше? Помоложе, конечно. Ну и дурак, постарше так оно поопытнее будет. Молодых же всему нужно учить. Они даже не знают, с какой стороны писи подходить. Ну хотя тут у нас совсем малолеток-то мы не пускаем. То есть парень ты опытный, можно сказать, уже всю Молдавию оприкадывал, теперь приехал в Москву покорять. Танцевать умеешь? Танцую. Молдавии, а есть в Молдавии стриптиз-клубы? Есть, конечно. Ты прям в одном из них работал? Нет, не переживай. То есть ты по точкам херачил? Здесь буду работать. Здесь я люблю самоуверенных и целеустремленных. Поэтому и желаю тебе удачи. Может быть, сегодня ты выиграешь и заработаешь деньги, и они пойдут на съем квартиру, и они на билет, чтобы уехать домой. Поэтому Руслану аплодисменты, и мы продолжаем наш конкурс «Сам себе стриптизер».